Делать выводы из ошибок, изучить стиль игры соперника – важные правила интеллектуального единоборства, соблюдение которых помогают человеку. Ведь шахматы – модель жизни. Сегодня Международный день шахмат. К этой дате и в рамках празднования столетия Карачаева-Черкесии в республике провели два турнира – первенство СКФО и этап Кубка России по шахматам в различных возрастных группах. С юными шахматистами и с тренером встретилась Алла Динаева. Возможно, они будущие гроссмейстеры. Молодые ребята давно и серьезно увлеклись шахматами. Но уже сейчас Илья Салиев и Роман Казаков – неоднократные чемпионы республиканской столицы по шахматам в своих возрастных группах. Роман – ученик 10 класса. Уже год живет в Петербурге, но до этого в Черкесске много лет занимался в шахматной школе. В шахматах можно пережить все. Можно пережить и волевую победу, можно пережить и очень обидное поражение, которое, мне кажется, в жизни все равно и там будет. Но мне нравится переживать каждую партию как отдельную жизнь. В пресс-центре ГТРК Карачаево-Черкесия состоялась дружеская блиц-игра Романа Казакова с Ильясом Алиевым, который весной уже в третий раз стал чемпионом Черкесска среди 14-летних шахматистов. А занимается он в шахматной школе с 5 лет, куда привел Ильяса отец. Вот ты сегодня показал прекрасную игру. Вот расскажи, как получается вот так играть? Я не знаю. Михаил Юрьевич и Сергей Вячеславович, мои тренеры по шахматам, они привили мне любовь к шахматам, научили меня играть. Я считаю, что главное правило в жизни и в шахматах – это всегда перед каким-то действием нужно обдумывать поступок. А скажи, дома с кем ты играешь в шахматы? Дома я раньше играл с дедушкой и с папой. Сейчас я обошел их уровень. Во время шахматной партии задействуются оба полушария человеческого мозга и используется и логическое, и абстрактное мышление. А главное и нужное правило в игре и в жизни. Ну, не подумал, первое правило, не подумал, не ходи, не играй. Или по-английски first think, then do. Вначале думай, потом играй. Не трогай фигуры, прежде чем ты не уверен в своем ходе. То есть вот это вот просчитать. Цепочку ходов, алгоритм и осознанно идти на свой план. Как и в жизни, сделанные ходы обратно не вернуть. Если ты будешь делать ходы с громким стуком о доску, они не станут лучше. И вот важный третий. Один ход может испортить десятки, сотни предыдущих правильных, хороших ходов. Вот. Всех с праздником, Всемирным днем шахмат. Я поздравляю и шахматистов, а тем, кто еще не взял от этой игры то, что он может взять, ну, прийти к этому. Шахматы – непревзойденный тренажер для человеческого интеллекта. А обыграть действующего чемпиона по шахматам Черкесска Ильяса Алиева не так-то легко. Мат. Поставить мат королю противника на 64-клеточной доске – цель игры в шахматы, в основе которой лежит многоуровневая логика. В шахматы играют во всем мире и ежедневно проводится более 60 миллионов игр. Алла Динаева, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.